Это видео записано специально для repeated.ru. Добрый день, меня зовут Михаил Бархударян, я являюсь студентом Московского государственного университета 4 курса, факультета мировой политики. Моя специальность – международные отношения. Владею двумя языками, китайский и английский, соответственно, преподаю их на сайте repeated.ru. Деятельность веду уже 3 года, очень доволен своей работой и получаю приятные отзывы своих учеников, клиентов, поэтому намереваюсь дальше продолжать свою деятельность. В прошедшем семестре проходил стажировку в Восточно-Китайском педагогическом университете в Шанхае. Соответственно, продолжаю учиться, усовершенствовать свои знания как в китайском, так и в английском языке. Буду чрезмерно рад получить возможность заниматься с вами, если вы именно выберете меня. Поэтому спасибо.